У Гомеля технік Організації Об'єднаних Націй знаходиться усього крихи більше як сутки. І він прибув сюди з Бреста 26 кастрычника у 23 години, а відправляється у Могилів 28 кастрычника у 8 годин раніці. Але і за такий непротяглий час тут поспіли обміркувати шерг актуальних питань по устойливому розвитті потерпілих районів, а так само презентували нові ініціативи місцевого населення. Бодай, самая масовая и представничая дискуссия отбывается в областном громадском центре. За маль 30 годов, которые прошли после Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине проведена великая работа по ликвидации наступцев. Разом с тем сказать, что зроблено все, покуль нельга. За после аварийный период реализованы 4 державные Чернобыльской программы, зараз подрыхтована 5-я. Ее задача – максимально снизить риски для здоровья населения и створить умовы для устойливого развития потерпелых регионов. Что относится Гомельской области, то тут у наступные 5 годов упор будет зроблен на науково-обґрунтованную специализацию сельскохозяйственных предприятий, развитие транспортной инфраструктуры и модернизацию существующих промысловых вытворчеств. Мы понимаем, что ограниченные ресурсы финансовые, то мы нацелимся на то, чтобы расширить то производство, которое имеется, то есть путем приобретения новейшего современного оборудования на тех же самых площадях, что позволит нам увеличить объемы производства и, естественно, заработную плату для работников, которые там работают на этих предприятиях. Між тим, удельники круглого стола по питаннях устойливого развития потерпелых районов погоджаются, только уластными силами переодолить наступство в Беларуси будет непросто, а тому великие надеи на международное сотрудничество под эгидой Организации Объединенных Наций. Сярод опошних пропонов нашей краины обвящение периода с 2016 по 2026 годы 10-годим инвестиций в потерпелые районы с проведением масштабного инвестфорума, плюс допомога у реализации местовых инициатив. На представленной выставе проект по развитию ремесленства в Будокошелевске районе, вырубу славянских лялек у Житковичах, выучение традиций выпечки хлеба на Чачерщине. В этом районе сегодня у Огли реализуется сразу 6 проектов, накированных на захование развития народных традиций и ремесел. Теперь их меркуется объединять в одинное целое под огольной назвой «Золотое кольцо Чачерского района». Удельники техника Организации Объединенных Наций знакомятся с усими инициативами и кажут об умовах, на яких такие инициативы отримают международную финансовую поддержку. Мы сосредотачиваемся на идеях, которые амбициозны, инновационны, которые можно сделать один раз, а потом распространить как опыт на всю страну. И мы ищем только такие идеи. Как говорится, будущее среди нас, но оно только не распределено. Мы ищем идеи для будущего. У программе устойливого развития ААН у каждого региона своя задача. Свой уклад уносит и Гомельская область. Ликвидация наступцев Чернобыльской катастрофы, приобщение экологичной ситуации, допомога беженцам и борьба с нелегальной миграцией – это только некоторые накерунки, которые наш регион может лечить для себя приоритетными. Мы хорошо знаем указ президента о оказании помощи украинцам, которые вынуждены были приехать сюда, найти приют. Это всесторонняя помощь, это доступ к образовательной системе, это доступ к работе. Мероприемства, которые проходят в рамках святкования 70-летия Организации Объединенных Наций, позволяют не только проанализовать достигнутые успехи, но и распрацовать планы на будущее. Подчас нахождения у Гомеля техника ААН в область официально долучается до декларации прихильности до мета устойливого развития. Положения этого документа будут увлечены в дальнейшей совместной работе Беларуси и Организации Объединенных Наций. Олег Сенчаров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».